Добрый вечер, друзья. Написал пост об ответственности и компетентности, и что, к сожалению, отсутствие как раз ответственности, чувства ответственности за свои слова, за свои действия, и в том числе компетентности во многих вопросах, погубит эту страну и нашу с вами Молдову. Очень много людей слегка возмутилась, потому что я написал, что это в большей части относится не к власти. То есть не ко всем ветвям власти, независимо, что это мэрии, государственные службы, депутат, муниципальный совет, либо это правительство. И люди слегка, я вижу это по комментариям, обиделись на то, что как можно обвинять в чем-то друг друга, если все прекрасно понимают, что это власть. Что власть у нас такая, к сожалению, так мы живем 30 лет, но люди почему-то всегда забывают несколько моментов. В первую очередь забывают тот факт, что власть выбираем мы сами. Мы сами приводим определенных людей, наделяем их полномочиями, наделяем их возможностями, даем им определенный кредит доверия. И эти люди выпускают или занимаются нашей с вами жизнью. То есть пишут законы, вводят определенные правила, регулируют те или иные процессы нашей деятельности. В нашей стране власть не передается по наследству. По крайней мере, в центральной власти у нас есть случаи, где в разных регионах от сына к папе, от папы к внукам переходят периодически какие-то должности, какие-то функции. Есть у нас и такие случаи, но в массе своей. Наша власть избираема, мы сами ее избираем. И нужно понимать одну простую вещь. Что те люди, которые находятся во власти сегодня, в мэриях, в парламенте, в правительствах, в различных государственных структурах, вчера, 10 лет назад, 20 лет назад, они ниоткуда не приехали. Их никто нам не привез. Это люди, которых мы выбирали сами. И это люди, которые живут вокруг нас. И как кто-то пишет, в массе кумэтров власть, и в большинстве своем это, опять же, чей-то кумэтр. Потому что если мы будем признаваться честно о том, как у нас все происходит, огромное количество людей разными путями получали свои должности. Даже среди ваших знакомых есть кумовство, есть фины, есть другие родственные связи, которые не обязательно говорить о каких-то высших структурах, высших эшелонах власти. Можно говорить и о низших эшелонах власти, да? О директорах школ, о директорах поликлиник, о директорах почт, о каких-то местных участковых, о руководителях каких-то местных подразделений. Все это в массе своей является некой властью. То есть люди, которые получают, давайте скажем так, деньги из бюджета. Деньги из наших с вами налогов, и эти люди получают эти деньги. И все всегда прекрасно знали, что надо где-то подмазать, надо где-то отблагодарить, где-то проставиться для того, чтобы получить какую-то определенную должность. Потому что если еще где-то в центральных аппаратах громко иногда называют слово конкурсы, где люди участвуют в этих конкурсах, было на моей памяти несколько конкурсов, которые на самом деле проводились честно, но в большинстве своем и там все подыграно так, что выигрывает нужный человек. И вот что самое интересное, что во власть, повторюсь, не прилетают инопланетяне с Луны. Не высылается десант с России или с Румынии. Во власть попадают такие же люди, как мы с вами, которых мы выбираем. Если мне кто-то скажет, что это не так, я готов с этим поспорить. И, к сожалению, когда я говорю о том, что некомпетентность и нежелание брать на себя ответственность, это присуще всем, и власти, и населению, кто-то обижается. Но
Вы вспомните себя, и думаю, ни один из вас, вернее, многие из вас сталкивались с автосервисом, где вас пытались там, не знаю, обмануть или типа вам отремонтировали машину, на самом деле этого не сделали. С некомпетентностью врачей, с некомпетентностью разных людей в магазинах, в аптеках, везде вокруг. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди не выполняют своих обязанностей согласно той работе. Я думаю, что многие из вас это видели и в отношениях с вашими коллегами на работе, когда человек плохо относится к своей работе, когда человек не хочет нести какую-то ответственность, когда человек пытается перевалить свои ошибки на кого-то другого. Вот о чем я говорю. И во власть никто другой не попадает. Это наши с вами люди, которых мы выбираем. И если вы думаете, что власти имущие, даже те на самом верху, в примариях, в парламенте, в правительстве, чем-то отличаются от нас с вами, вы глубоко ошибаетесь. Громаднейшее количество чиновников, депутатов, муниципальных советников. Есть такое в румынском слове «хабарнуал», да? Не понимают вообще, что они там делают. Вот вы представьте, что образуются партии, туда приходят люди, люди, которые на самом деле ничем, ну там, кто-то занимался, кто-то работал где-то. Вот они становятся политиками. Чем они отличаются от вас? Ничем. Это точно такие же люди, большинство из которых зачастую далеки от идеала, далеки от своего развития. И когда такие люди попадают во власть, это самое смешное, когда они начинают рассуждать. Ведь ты прекрасно понимаешь, что не бывает специалистов во всем. Да? Вот каждый человек, имея какую-то свою специальность, он работает в каком-то узком направлении. Да? Ну, чуть шире, чуть уже. Вот там электрик, он хорошо разбирается в электрике, но он там плохо понимает, допустим, не знаю, в градостроительстве. Там, сантехник хорошо понимает в сантехнике, но он плохо понимает там формирование бюджета. Да? И вот вы представьте, что те люди, которые никогда этим не занимались, они просто туда попадают. И им это все показывают. Да, и они начинают очень красиво на телевидении рассуждать. А как они могут рассуждать? Исходя из чего? Из того, что у них нет никакого опыта, из того, что нет у них никакой практики. Они начинают рассуждать, они начинают формировать какие-то законы в редких случаях, потому что в большинстве своем законы создают и формируют советники, да, то есть юридические отделы. Депутат очень часто. В большинстве своем случаев депутат, максимум, что он делает, он выходит и читает, и подписывает законопроект, и якобы он в этом участвует. То же самое происходит, допустим, в нашем муниципальном совете Кишинева, да, куда попадают люди, которые вообще далеки от того, что там происходит, их по партийным спискам загнали, они получили какие-то прерогативы, они стали депутатами городского совета и начинают что-то голосовать. И я зачастую, когда их слушаю, у меня, не знаю, то ли слеза наворачивается, то ли, не знаю, плакать или смеяться, потому что люди абсолютно далеки от реальности, они не понимают, вообще, зачем они туда попали? Они не понимают своих полномочий, они не понимают своих обязанностей. Но зато очень громко и яро эти люди любят рассуждать, там, учить нас жизни и то, что мы должны делать. Хотя на самом деле, повторюсь, представьте, что не надо очень глубоко и далеко ходить. Представьте, что завтра вы становитесь муниципальным советником. Так большинство муниципальных советников становится. Просто взяли откуда-то, надо было списки партии заполнили, их поставили туда. Вот представьте, вы становитесь муниципальным советником. И завтра вам говорят, ну давайте управляйте городом. И что вы будете делать? Вы понятия не будете знать, с какой стороны подойти к этому вопросу. Точно так же происходит и в парламенте, и точно так же происходит и в правительстве. И вот это и есть то, что я вам сказал. Некомпетентность и нежелание отвечать за свои действия. Потому что человек, если бы он понимал адекватно, да, что я не готов, я не знаю, я не умею, он бы сказал, я не хочу.
Но у нас этого не происходит. У нас все хотят во власть. Зачем? Почему? Как я буду это делать? Никто не знает. Все приходят, и там стандартная указка. Мы создадим 100 тысяч рабочих мест. Работать уже некому. Уже просто тут работать некому. Уже любой бизнес страдает, нету рабочих, нигде не хватает работников. Государственная структура — это вообще темный лес. Там под 70% некоторых бюджетников не хватает. Нет, мы создадим 100 тысяч, мы поборем там инфляцию, мы выплатим миллионные пенсии, создадим там не знаю что, все приходят к власти, и начинается опять все то же самое. Ой, подождите, еще не время, ой, подождите, кризис, ой, подождите, еще что-то. Мы пока не научимся понимать, что мы делаем, не научимся думать, как мы голосуем, и не научимся отвечать за свои действия, во власти будет все то же самое. Опять же повторюсь, что все это происходит в нашей обычной жизни. Мы все видим некомпетентность полнейшую. Где бы вы ни ходили, вы постоянно сталкиваетесь с этим. Плохо продают, плохо убирают, плохо готовят, плохо ремонтируют. Везде происходит одно и то же самое. И когда ты предъявляешь какие-то претензии, то тебя обязательно, не знаю, найдут миллионы причин для того, чтобы сказать, что ты не прав, или что вот я лучше, это вечная такая, мне нравится, когда сантехников вызываешь, и один приходит и хаят другого. Типа, ну где ты нашел того придурка? Вот я тебе сейчас сделаю, потом приходит следующий, опять то же самое говорит. Поэтому давайте не тыкать только пальцами на то, что происходит только там наверху, и что все там такие. Потому что на самом деле кто-то сказал, что рыба гниет с головы. А мне нравится другая фраза, что наша власть является абсолютным зеркальным отражением нашего общества. Вот какое у нас общество, такая у нас власть, и ее так мы выбираем. Поэтому не обижайтесь, и всем хорошего вечера.